На главным соперником был все же Аксай. И причем два раза Кебаб этот самый Аксай обыграл. Перевод налево. Удар не точно. Получается, мяч проходит мимо ворот. Так, Ермак все-таки выиграет вверх, продлевает передачу. Чисто была сыграна. Удар! Мяч в перекладину попадает. Все-таки второй игрок, но вот решил уйти. А почему ушел? Удар по воротам, но он получится не... И вот вовремя его накрыть. Чем уже потом? И в вратарской, где может случиться неприятный рикошет. Даже если рикошет случится от стенки на расстоянии там 20, в 20 метрах, это лучше. Пас налево. Так, забрал, что кто не проходит, а удар не очень опасный получается, вратарь. Так, возобновляется игра, да, удар со штрафного, кстати, неплохой получается, на самом деле, но чуть выше воротный. Подача. Удар головой получается не точным. Номер 77. Играет центр, дальний удар. Прострел. И нет, все-таки Рудков еще не зафиксировал, но удается выбить Кебабу. Еще удар выше ворот. Так, ошибается Кебаб при выходе из обороны. И Ян Гвошт открывает счет в этой встрече. 1-0. Лада, Лада, розыгрыш мяча низом. Удар в ближний угол не точно. Так, подача. Это, можно сказать, даже удар, но он получится не точно. Так, удар под перекладину забивает Кебаб и сравнивает счет. Так, подача. Это даже удар, а вратарь отбивает мяч. Будет. А вроде бы Кебабу, да, вынос вперед. Ну, получается, на самом деле, точно передача. Номер 8. Удар! И вратарь сейчас какой мяч даст. Внимательно! Подача. И еще один удар. Да, еще один угловой. Прострел, удар! 2-1. Ангушт выходит вперед. Так, удар низом. Отбивает мяч вратарь. Но снова хороший. Но тоже все, что ниже третий, как правило, вот, премьер-лига, там уже плюс-минус более-менее